Белым Симонов Артем, Сергей Посад, Григорий Искандер, Москва. Приготовится весовая категория 42 килограмма, Точин Даниил, Бугаков Никита. Наталья Сергеевна, Смирнова, ждем вас на татами с вашими учениками. Всех поздравляем с отдачей экзамена на КЮ, ученическую степень. Нет, сейчас представители Федерации «Дзюдо России» с помощью взрослых воспитанников клуба «Дзюдо Каскад» будут учиться, пройдут урок безопасного падения. Пожалуйста, значит, я прошу вас, учащиеся начальных классов, заходите, для вас будет ничего опасного, выходите на татами. Наталья Сергеевна Смирнова, ждем вас с вашими учениками. Пожалуйста. Ольга Алексеевна Токарева, пожалуйста, построите. Учащиеся. Давайте попробуем. А с той стороны начнем. Внимание! Итак, согласно нашего регламента, фестиваля «Каскад» приглашает друзей на татами, учащихся начальных классов. И, значит, Наталья Сергеевна Ивановна, они тоже будут принять Победитель Григорий. Он стал победителем, стал всего лишь 38 килограмм.